Второй год подряд родителям приходится задумываться не только о покупке традиционных учебников и канцтоваров, но и школьной формы. С 2014 года она обязательна для учащихся средних общеобразовательных учреждений. Собрать ребенка в школу и сэкономить время и силы помогает постоянно действующая чебоксарская школьная ярмарка. На этот раз в ней приняли участие 8 местных товаропроизводителей. Современный школьник должен иметь форму нескольких видов – повседневную, парадную и спортивную. Все это стоит недешево. Снизить цены на школьную одежду, предоставить возможность увидеть модели и выбрать ткани – все эти цели поставили перед участниками школьной ярмарки столичные власти. Мы договорились, что арендная плата низкая здесь, потому что продукция для наших детей в нынешней ситуации, я думаю, что востребована будет в плане того, что и мы договорились с производителями, что цены не будут завышать. Единые стандарты формы в школах постепенно вытесняют пестрое разнообразие в одежде. Но это вовсе не означает то, что выбор будет сильно ограничен. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие в плане того, что можно в одном месте посмотреть форму школьную, выбрать из всех возможных вариантов, которые присутствуют в Чебоксарах, в Чуваши. Вот. Плюс еще также посмотреть, как она сидит на моделях. Родион Архипов, Татьяна Раевская, Андрей Шохлев. Республика.